Виктор Бутенко, представляющий Россию, прошел квалификацию в метании диска и теперь выступит в финале. Виктор, какие ощущения, какие впечатления? Я очень рад, что я приму участие в финале, буду соревноваться с сильнейшими дискоболами мира. Для меня это очень большая честь. Довольны результатом 63.07? Да, я очень доволен результатом. Это второй результат в этом сезоне по величине. Какие планы на финал? Бороться, побеждать. Насколько важно для вас участвовать именно на этом чемпионате, именно здесь, в Москве? Для меня очень важен этот чемпионат мира, так как это первый мой чемпионат мира. Я очень рад, что я здесь принимаю участие. Поздравляю еще раз, удачи в финале. Спасибо большое. Спасибо.